Ручки вверх, замочек. Носки натянули. Спина прямая. Начинаем ложиться животом. Грудная клетка, только потом подбородочек начали. И раз, но пополам и в конце головку два. И ручками поднимаем прямой спинкой. Четыре. И раз, и лечь. Три, и четыре. Полежать немножечко. И раз, и два головушку. И три, четыре. И раз, и два. Остались, лежим, лежим. Держимся за свои пятки. Раз, десять счетов. Два, три, четыре. Головку положить, ручки в замочек, собрать за пяточками там. И пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поднялись. Стопы сократили. Ручки вверх пошли, то же самое. Стопы сокращены. Вот так, ручки сверху кладем, хоп. Пошли. И раз, и два. Три только, нет, четыре. Раз, и два. Три. Еще прямее спинка. И раз, прогибчик в спине. Ну, а горб убрать. Вот, Марина, давай. И четыре. Раз, бери коврик. Два, три, четыре. И схватились. Раз, держимся. Два. Теперь на каждый счет опускаем локти до пола. Ручки не отпускаем. Готовы. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять. Левую ножку положили вот так. Другая нога сокращена, стопа. Пошли наклоны. Вот так сверху прям на крест. Попробуйте, наклонитесь, складочку, стопа наверх. И схватились. Раз, лежим, тянем. Лежим, лежим, держимся за пальцы и поднимаем пяточки от пола. Ну, пяточку подними, возьми за пальцы за свои. Удобно так или не очень? Ой, бабушки, что неудобного-то? Все удобно. Просто признайтесь, что у вас нет растяжки. Бриток. Ну, тут хотя бы Арина делает. Горбушечки. Ручки подняли вверх. Пошли. Легли. И раз. Вперед лежим. Вот сейчас я буду вас тянуть. Два поднялись. Сейчас найду ракурс красивый. И раз. И два. И раз. И лежим. Ну-ка, спину выпрямь. Под собственным весом. У вас так тянется? Нет, ничего не тянется. Тогда делали упражнение равновесия в этой позе? Да. Давайте сделаем. Ну давайте хотя бы просто прогнемся, ладно. Прогибчик пошли. Вот, подтяни пресс свой. Делали прогибчик. Головой до попы достали. Спинку нам надо сейчас размять. Животик ваш. А вам животы тянут же, да? Обычно. Сейчас попробуем
Сейчас буду подходить вам, тянуть. Чувачок. Ноги вытягивай. Ложись на живот. Назад, ножки. Назад. Голова вперед. Держись мне за. Спину. Складываешься? Она не сможет этого. Да, мы сейчас просто не разрываем. Потихонечку. Ваш прессик. Ты встаешь в планшет. Разворачиваешься. О, не-не-не-не. Я буду держать. Я не умею. Я тебя держать. Руки вытяни в сторону. Вот ваша ручка. А когда руками холодные. У тебя горло должно остаться. Дайте я знакомый палец. Настя. Это была первая. А я давайте. Ну, я так не смогу. Нет, можешь, можешь. А если нога, ты не будет. Ну, давайте, какая нога твоя? Девочки, отойдите, вас нет, видно. Нет, поставь вот эту руку. И пошла уже. Нет. Вот эту да. Руку. Давай еще раз. Это не точно. На носу. Вот. Давайте, хорошо сделаем.
Отойдите, вы не видите, она на вас ногой бьет. Сразу не шире ручку подальше. На развороте уже не лежит. Не на нос, на грудь. Давай еще раз. Крутая. Вот уже пошла. Да не на нос. Ставить. Сюда. Подальше от нас. Через какого? Давай, я пойду. Стой, прямые вообще. Просто ровно делай. Руки назад, руки назад. А ты должна быть вот в этом ракурсе. Так не получается. Ну, давай я перегибаю. Подожди, пусть так стоит. Где мальчики? Прямыми ногами взять, ноги натяни, коленки. Вот так и начинай. Ручки назад. Точно тут там еще останавливаемся. Та-дам! Как китайский балет. Алис, тебя видно. Еще раз. Размах. Ой, тут красотка стоит возле зеркала. Вот, тебя видно. Еще раз. Закрепи. Сколько осталось? И сейчас видно. Начать еще. Вот сейчас не видно. Молодец. Как я смогу так сюда. Как же получится? И... Дубль два. Замахнись. Ну что такое? Ну ты отдохни, в следующий раз точно. Стоечки. Выше на лопатки выйди изначально. У тебя ноги в раскоряку, поэтому не получится. Ноги соедини и держи их все время. Две ножки. Почему разболтаны? Кто-нибудь ее за ноги может дернуть? И удержать. Ноги вместе, чтобы держались. Вот тут. Держите ноги. Вот. Так и должна делать.
Следующий. Так, на чай меня не урони там. Очень медленно, так не получится. Замахивайся резко. Раз, раз. И упала. Еще давай, сама. Мало, молодец, почти постоять подольше. Оп. Согнула коленки, тебя унесло из-за этого. Вся натянись. Тихо. Резче замахивайся. Выше, выше. Лопатки выше на грудку. Еще раз, только с прямыми ножками начни, пожалуйста. Попробуй. Резче замахнись, медленно ты делаешь. И раз, стоять. Давай еще раз и замрешь на месте. Да. Угу. Пока пробуем, потом будем чистить все красивенько. Сама сделаешь? Попробуй. Раз, оп. Следующий. Стоечку надо повыше. Помочь? Хорошо. Сейчас увидите. Значит, делаем все то же самое. Червячок взяли, вытянули. И вытянули вот так. Все. Раз-то, раз-то. Приступайте к работе. Что это, Настя, давай? Нет, я только что делала. Она первая делала. Ну, быстрее у меня батарейка сейчас.